Хай, Джейс, это Diamond Amber, первая серия, погнали! В общем, я, блядь, болен, не знаю по каким причинам, я появился, в общем, в госпитале. Подождем, пока я полностью вылечусь, тут бичи валяются в столовке, блядь, на лавках, заебись, на полу валяются. Офигенно, РПшно. Короче, в этой серии я хотел бы получить права, у меня есть кое-какой капитал, ну, не знаю, большой-маленький, но три штуки есть. Так, давайте пробежимся пока по больнице, посмотрим, что тут есть, нихуя себе, я быстро говорю, как будто я читаю рэпчик, йоу-йоу-йоу, ага. Так, кстати, этот сервер полностью нахуй забитый, тысячу игроков, блядь, из тысячи. Блядь, я стоял здесь в очереди довольно-таки дохуище времени, чтобы зайти. Так, посмотрим, что тут, кто тут. Так, это, блядь, регистратура типа, ресепшн. Ну, блядь, я не знаю, как это правильно будет, регистратура или нет. В общем, воу, параша такая, воу, блядь, сука. Бомжара, блядь, валяется в параше, ладно, похую. Так, подождем, пока тут это. И я вернусь, короче, когда я вылечусь уже. Что это нахуй? Что это, блядь, за нога валяется в туалете, блядь? Что это, блядь, такое? Мать твою, что это, блядь? Короче, вот, я уже почти вылечился, и я сейчас смогу выйти, походу, на улицу. Кстати, ребят, мне обратно отдали аккаунт на Advance, вот, я не знаю, играть там или нет, меня уволили из ПД и слили все бабки, так что я не знаю, работать там или нет. И, кстати, ребят, не забывайте вступать в мою группу, ссылка в описании. Там обновления выходят, всякие, может, смешные какие-то картинки есть. В общем, все, что будет угарное, то будет у меня в это, в группе. А группа будет в описании, ссылка. Ну, а группа в ВК, а ВК в нете, в вашем браузере. Блять, что за хуйню я несу? Короче, вот, почти я вылечился уже, ёпта. О, я могу выйти, воу-воу-воу, опасно, опасно. Вообще как опасно. И теперь надо найти какой-то транспорт, чтобы добраться к автошколе. Автошколе. Давайте. А, блядь, у меня нету ничего. Ни телефон, нифига. Давайте, в принципе, в этой серии я отправлюсь за покупочкой. За покупочками в магазин. А в следующей серии я уже куплю себе права. Точнее, не куплю, а сдам себе на права. Давайте посмотрим, может быть, здесь номера в отеле есть. Может быть, даже и сейчас себе и отель куплю, номер в отеле. Но я думаю, что... Сколько тут машин? О, велик, пожалуйста, будь открыт. Пошел нахуй, велик. Когда доберусь до автошколы, пацаны, я продолжу. Заебись, я словил велик, теперь отправляемся в автошколу. Блядь, почему-то немножко подседает FPS. Ну да ладно. Это неудивительно на моем компе. Так что, короче, ребят, едем в автошколу, и там уже я продолжу, когда я буду сдавать тест. Ну, блядь, короче, когда буду сдавать на права, проходить теорию, практику, все такое, вернусь через мгновение, прям в автошколе, мать вашу. Не вашу. Ну что, пацаны, вот я подъехал уже к автошколе, блядь, сейчас мы туда залетим, как, блядь, как пчела, хотел сказать, как стрела. И, блядь, будем сдавать права. На права. Права на права. Блять, давай нахуй, заходи. Давай, сука. Здесь вроде бы, да. Здесь. Блять, отойди, байкер нахуй. Бомж-байкер, бля, бомбайбики, бомбайкер. Поздравляем, вы сдали тест, ждите, вас вызовут для прохождения экзамена, не выходите из автошколы, отлично, подождем, блядь, пока нас вызовут на экзамен. А вот и он, блядь, ждите. Хорошо. Блядь, ждать, пока пройдет собрание, вы чего, гоните, нахуй?
Пока я буду ждать инструктора, хочу сказать, что это довольно-таки хорошо, что бесплатно сдавать на права. Блять, вот в этих людных местах почему-то подседает очень конкретно ФПС. Блять, я сейчас при 20 снимаю, пиздец. Так присело, что капец. Так, очередь на экзамен. А, вот очередь. Отлично. Так, подождем, короче, своей очереди. Я тут третий. Еще два человека и я. О-оу! Да, ребят, кстати, мой ник Джеймс О'Коннор. Вот он. Он, в принципе, в описании всегда будет. Так что это регистрируйтесь под мой ник. Я думаю, мне это поможет в развитии. Я буду вам за это очень сильно благодарен. Короче, ждем свою очередь. Вот я второй уже. Сейчас ко мне должны прийти и меня забрать. О, блядь, сколько их ждать-то, это просто капец. Уже прошло минут 20, наверное, я тут до сих пор бегаю. У них тут собеседование, блядь, я вот первой в очереди. Блин, я не знаю, сколько времени мне еще придется ждать этих лицензеров, инструкторов, блядь, я не знаю, кто они, как их назвать. Во, какой-то, блядь, Альфродо, нахуй. Фродо, блядь, из Гарри Поттера, нахуй. Властелина кольцов, нахуй. Властелин кольцов. Из Властелина кольца. Сука, инструктор, мне нужна помощь. Блять, инструктор. В общем, вернусь уже в тачке для сдачи экзамена на практике. Вот так вот. Блять, щелкнуть. О! Вот, короче, неужели принимают у меня экзамен? Микей Вонт какой-то. Садите в машину на место водителя. Прости, ну... Блять, не учите меня нахуй. Блять, почему-то этот парень слишком спешит. Блять, давай. Проезжаем. Блять, радио включено, похуй. Давайте сейчас его выключим. Что-то я как-то завтыкал. Заднюю передачу. Окей. Прикольно так, блядь. Как-то необычно. Задом вроде никогда еще не сдавал. Сука, что за хуйня? Задом, блядь. Разворачиваемся и паркуемся. Все, да он тоже, блядь, снимает так. Отстегнул ремень после того, как вышел. Заебись, поздравляем, вы сдали экзамен, и меня кикнуло. Ну что ж, ребят, что я могу вам сказать? Я могу вам сказать, что это было пизда там. Довольно-таки охуенно. Мне не придется, блядь, рыться по Сан-Фьеро. Я сразу перезайду и появлюсь где-то в другом месте. Только мне кикнуло прям перед пейдеем. Мать вашу, перед пейдеем. И на серве косарь людей. Мне придется ждать 10 минут, чтобы зайти. Отлично. В общем, на этом все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забудьте... Что не забудьте, блядь? Я вроде бы все сказал. В общем... Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте это видео, не забывайте вступать в группу. И адьос, амигос, это был сервер Diamond Roleplay Amber.